За моей спиной студенческий пикет, посвященный защите студентам, узникам 6 мая. Эти молодые люди могли бы сегодня учиться в вузах, но вместо этого они сидят по путинским тюрьмам. Этим молодым людям решать, какой Россия станет завтра. Сегодняшняя путинская система, выстроенная в нашей стране, их не устраивает. Студенческий пикет – знак для власти. Она несовременна. Это сегодня их 15 человек, и те по разрешению. А завтра они вырастут и разрешения не спросят. Сегодняшняя наша акция посвящена защите студентов, которые были арестованы по делу 6 мая. Безусловно, мы поддерживаем всех политических заключенных, которые по этому делу сейчас находятся в СИЗО. Но как представители университетской общественности мы не могли не высказаться в защиту именно студентов, поскольку сами являемся таковыми, и проявление солидарности в этой ситуации нам представляется исключительно важным. А почему так мало студентов? Ведь а когда выйдет весь университет? Ну, наверное, надо с чего-то начинать. У нас вообще первая акция такого формата, на 15 человек согласована. Я бы сказал, что довольно много народу сегодня пришло. Возможно, мы продолжим проводить подобные пикеты. И я уверен, что если чем больше народа будет знать правду, тем больше людей к нам присоединится в итоге. Я жена Ярослава Белоусова, который уже год практически сидит. А за что он сидит? Ну, по сути дела, ни за что. Сидит по абсолютно надуманным обвинениям. Якобы кинул какой-то маленький желтый предмет в ОМОНовца. Все. Больше ему ничего и не предъявляют. И за это Ярослав уже год сидит, сколько еще неизвестно будет. То есть вопиющая несправедливость, вопиющее несоответствие содеянному, даже тому, что следствие предъявляет, тому, что реально совершается с Ярославом. А что за желтый предмет он бросил в полицейского? Не знаю, тут уже анекдоты, поэтому по поводу этого желтого предмета ходят. Даже Маркин в интервью говорил, что вот журналисты говорят, что это был лимон, но мы считаем, что это был бильярдный шар. Но это настолько абсурдно, потому что я не знаю, может быть, там бильярдные шары, что ли, валялись. Меня там не было, я не видела. Ну бредово, абсолютно бредовое обвинение. Он покалечил кого-нибудь? Нет, никого не покалечил. То есть потерпевший, которого назначили потерпевшим по эпизоду Ярослава, он даже никаких увечий, ничего у него нет. Просто ему, как он говорит, было больно. Ну, никаких повреждений, абсолютно ничего нет. Пальцем не тронул его ничего. Пока мы учимся, они сидят. Пока мы... Славу Белоусову! Свободу! Степану Зимину! Свободу! Денису Луцкевичу! Свободу! Значит, правильно посадили. Конечно, правильно посадили. Кто ж неправильно-то сажал? А вы Сталине тоже правильно рассказали. У нас вообще власть все правильно делает. Кто у вас лидеры? Вот вы приехали сюда, вы из одного города, вы из другого. Вы, наверное, были вас отчислили, и вам нечего заниматься здесь. Тролли по вызову – старый прием еще со времен КГБ. На сей раз тролль под видом прохожего оказался упитанным, но не жирным, и демонстрировал любовь с виртуальным зомбоящиком на голове. Судя по вам, вы можете даже приехать из Израиля, и уже судя по вам, что вы уже человек такой потому что тихо подобрался. Люди сидят год. О чем речь? А можно вам вопрос один задать? Скажите, вы какую программу по телевидению смотрите? Вы читаете какой канал? Все программы, которые особенно новостные, все каналы. Все смотрите. Все. Больше вопросов нет. Наверное, моя мечта, чтобы Россия была свободной, чтобы закон в ней был уважаем. Неважно, кто ты, ОМОНовец или простой человек, который пришел на митинг, чиновник или простой гражданин. Важно, чтобы закон соблюдался для всех. Я была на Болотной, я видела, как ОМОН бил людей. Мне было действительно очень страшно. Но почему-то потом ОМОН получает квартиры, а простые студенты сидят в тюрьме. Где справедливость, я спрашиваю. И пока не нахожу ответа. Я надеюсь, что этот ответ я найду в будущем. Студенты выбирают свободу, потому что вся жизнь впереди. А тюрьма – плохая альтернатива вечному послушанию. К тому же родитель далеко не эталон праведной жизни.
Свободолюбие свойственно молодежи. Максимализм тут ни при чем. Максимализмом скорее страдают диктаторы. Но пока в России будет образованная молодежь, у страны есть все шансы стать свободной. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.